Ага. Да. Бабушкам кофточку и принесли вот такую. Та была такой серо-синий цвет, а да, это да. такая коричневая. Хорошо. Она говорит, я и ходила, так и сижу, дивлюся телевизор. Угу, тепленькая. Кстати, холодно в квартире. Да, угу. Хорошо. 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 И так хорошо серенькая была, и это вам хорошо. Размер же один, ага. Да. Это карманчики, тепленькая. Отлично. Хорошо. И тут в рукавчиках тебе достаточно. Ну, да. Да, вот кто для полных женщин. Это у нас какой размер? Самый большой брали. 56-58. Да, 56-58. Да. Ну, нормально, хорошо. Аночка, давай дедушке поможем поотносить. Давай на ему отдай, вон дедушка стоит, горошек. На, София, поотдавай. Подожди. Горошек, что мы там вам взяли? Кукурузку взяли. Ага. Горошки, кукурузу есть? Олень, какие София купила себе тапочки. Тапочки, да, махровые, тёплые. Как у кошки шерсть. Как у кошки шерсть? О, они это что, кошачьи хвостики? Кошачьи, разорви. Я хочу, знаешь, что сейчас переодеться. А. Свою домашнюю одежку. Камилочка. Хорошо. Камилочка. Камила. Кого разговаривают? Ну давай, а ну-ка, ты угадаешь этот раз или нет? Она всегда угадывает, бабушка. Как она угадывает? Я не знаю. Ну такая хитрюнька. А, угадала снова конфетку. Аж две. Ну как она... Открыть тебе? Сейчас открою. Смотри, ты будешь мерить? Бабушке? Да, Лянь, Софии пижаму купили. Давай, пижаму купили мне. Ага. Ну ты видела хвосты кошечками? Ага. Анна, поогувайся. А вы какая-то. Девочки, купила колготки. Сейчас весь интернет показывает вот эти вот колготки. Сейчас. Это... Мама. Это Софийки. Вы напополам будете делиться, хорошо? Камила, хорошо. Я потом думала, ты... Ну, Камила все ест сразу. А что, ты купила себе что-нибудь? Да. Очень мало. А, мало. Ну, может, потом еще сбегаешь и себе купишь, нехай она. Камил, только хорошо, вот это и хватит. И она уже и сникерс а, только что ела, и то ела. Какая и просто какая кушай хорошая. Половиночку, это кушай. Взяли. Пижамку, да. А ну, София, покажи. Я сказала, утром все съедали. Ой, я их уже разорвала. А ну, иди, мы посмотрим на тебя. Так, угу. Вот такая пижамка, девочки. Дай укусить у тебя, Камил, пожалуйста. Кстати, спасибо. Неплохая, я вам скажу. Топульки такие вот. Хорошо. А ну, Софик, отходила вы с бабушкой в обновках? Садись. Там была леопард, она не захотела. Она захотела... Не, леопард не хочу. А Анечка предпочитает леопард. Ну, это типа модно, но я уже не хочу носить. Угу. Не надо, правильно, ты такой. Так, ладно, давай, Софи, покажем девочкам колготки такие. А мы еще достали на... Эти тапочки. Тапочки удобные. Стоим на кассе, ж тут касса рядом, и я колготки. Девочки, ой, это ж в интернете сейчас все показывают. Вот эти колготки, они которые... Они очень хорошо, бабочка, тянутся. Сейчас я буду пробовать на тебя, чтобы ты их померяла. Если вдруг не влезешь, я тогда их себе оставлю. Они внутри, видишь? Да я и сразу знаю, что не влезу. Да подожди еще. Тоже вытянули туда задницы. Мам, сейчас будем пробовать. Они, видите, девочки, снутри вот такие вот мягусики, как эти. А с этой стороны, как будто они вот безразмерные. Ну вот. Я их и даром не хочу. Да как это ты не хочешь? Я не люблю черный цвет. Мам, он на ноге будет не черный. А какой будет? София, ну можешь растянуть, а показать? Не, Камилка, дай. Растяни, покажи, как на ноге будет цвет. Ну, можешь ногу показать просто. Какую, свою? Да вот эту. Ладно, ладно. Дедушке Вове отнеси бумажечку. Ага. Вове отнеси. Нет. Смотри, как они как тельные, как будто только у тебя... внутри мех. Ага. Как будто у тебя нога. Ну, Наташа, я же вижу по вот этому. Ну, я тебя прошу. Я знаю, что я нидяк не влезу в них. Ну, не влезу я. Вот это, лянь, какое короткое вот это. Ну, как сейчас будем пробовать. Так, мама не захотела эти мерить колготы, ну, а эти б на нее были маловаты. А я ей купила хбшечка. Такие, она говорит, не черные, они как темно-коричневые, нормальные. Ой, ребята. Мегасели. Вот смотрите, размер 54-60. Может, кому-то надо, девочки, большие размеры колготок в мегасейл.
Тем более в зиму. Ну да, в зиму они именно... Ой, ой, я вам снова мяч сбила. Они идут именно не синтетика, а такие. Смотрите, 80 бавовна, 15 полиамид и 5 лайкра. Состав хороший, мам. Вот кто вот. А это вот такие вот. Дедушка, вот эти с мехом. Маленькие. Ты не расстроился? Нет. Дедушка, рубашка маленькая, да. Мне это только хорошая. Еще другие. Хорошо, что ты жилеточку забрали, да, тепленькую, да. Да? Да, надо было еще ту забрать. Еще моряшку не было. Да нет. Ну, а вам нравятся вот эти? Смотрите, единственное, мех начинается отсюда, а вот тут меха нет. Ну, да я никогда в жизни под штаны колготки не надеваю. А тут смотрятся на ноге, вот как будто у вас, ну, вот ваша нога. А это... Чего раньше у нас таких не было колгот, да, вот? Ну, а производство Украина. Так, маден Китай, коньяка Украина. Ой, хорошо, девчата. И то тело. А на самом деле, на самом деле, да, девочки, вот такие они. Ух ты, фокусница какая. Я еще так не снималась. А ну давай. Опять, мама, не снимайся. Я говорю, ладно, у меня кофта длинная. Ой, тетю лицо кидаешь. Я не нормально. Кидала, я нечаянно. Камила, спасибо. Крутится и все. Камил, кто не брал сядь. Такие девочки, советую прям. Тепленькие такие. Ладно, давай. Ух ты, фокусница. Ой, нету. Мой диванчик. Вспоминаю. Только когда простенькая накрыта, не мой диванчик. А так сидишь, как будто дома. Да, ты на том месте всегда сидела. Это мое место, мой уголочек. Я всегда сидела, тут видео вам монтировала. Нормальные, да, Софи? О, Софи, я тоже такие колготы купила. А ну так, о, как хорошо. Знаете, чем удобно? Вот идешь, если надо по дресс-коду, ну типа, чтобы нога просвечивалась. Ну понятно, надо 15-20, но если морозы... На работу, юпочка, там, сапожки, и хорошо. Как у меня получилось хорошо. Я вловила. Цена, а ты я вам показывала, да, 329 гривен. Но там были еще по 349 гривен. Она говорит, разные завозы. Я говорю, что вот размер одинаковый. Одни 329, одни 349. Она говорит, разные. Я говорю, ну тогда берем за 329. А в интернете я смотрила, и по 400, и 450 есть. Ну, вообще. 100 гривен. На Алике 100 гривен, да? Да. Ну, а вдруг там размер будет маленький придет? Мама, не, они универсальные, да? Хорошо. Я, короче, и мама просит показать вот эти колготки. Они же запакованы вот так. Те стоят в магазине. А вы их сможете обратно упаковать на магазине? Вы упакуете? Я такое упаковать не могу. Я говорю, мне надо посмотреть, они как они тянут. Так получается, тогда хоть товар не били, да? Ну, а я же говорю, вот смотрите, у вас висят колготки другой фирмы, уже распакованы. Она говорит, ну это... покупатели разорвали. Я говорю, ну, можно? Я же сама не разорвала. Я подошла к вам и прошу. Говорю, девочки, можете открыть аккуратно. Пошла на детские колготки. А, они же говорят, мы не упакуем. Мы так не сможем упаковать. Ну, ладно, я пошла там. София пижаму мерила, смотрела детский. Мам, детские колготки все разорваны, все без коробок. Вот такое вот. Ну, думаю, ладно, сейчас подойду, скажу, девочки, у вас там, посмотрите, что творится на детских колготках. Ну, пока ходила там по... Ай, тихохотуська. Пока... Ты видела? Ты видела, Камилочка? Видела. Пока как? Смотрела по... Ой, ты видела? Подожди. И девочка, кидай мяч. И девочка, вот я там ходила, она говорит, давайте я вам другая там, их трое было. Говорит, давайте я вам открою и покажу. Я говорю, если не упакуйте. Она говорит, ничего страшного, ну, нормально. Я говорю, вы понимаете, я не могу так их взять. Мне надо их открыть и хотя бы вот так вот глянуть. Ой, боже мой! Хорошие. Вот давайте всем кидать, давайте по кругу и мне. А я сейчас ухожу от вас. А, у Софии сейчас сольфеджио, она будет заниматься. Давай мне. Опа, сольфеджио, в спальню заниматься. Опа, дедушке бросай. Опа, дедушка, тебе что, дырявые руки в дедушке, не вловил. Кидай, Галя, кидай.
Камилочка. Ой, ты что? Зубы не выбила. Вот это бросок у тебя. Дашь мне? Опа, лови. Это Микки нет, сейчас бы она нам не дала, да, поиграть? Дедушке давай. Опа. Тапочки. Да, красивые. Ну, вообще, красивые. Какие. Дай мне рассмотреть. Ой, это... Камил, ну зачем? А нам бабушке подаст. Нет, это дед, один дай, пожалуйста. Ну, София, ну что ты как мне это? Мне очень удобно одеть. Кстати, прикольные тапочки. Камил, пожалуйста. Ой, они такие, да, нет, прям теплющие. Теплющие, да, София? Очень. Может, мне надо было черный взять под костюм? Хотя вот эти симпатичные, да? Сейчас в этом году очень модно, знаешь, сколько шубы. Вот такую ткань сделали. Ну, как ткань? Под натуральную. Что ты не... Вот так показывают, не отличишь. Вот такие шубы. Правильно. А то, что не будет знать, мне надо большой нож. Вот этот острый. Так, смотри, иди сюда. Дедушка смотрит. Смотри, вот видишь, вот это вверх. Ты вот так берешь, сейчас, вот так срезал. Теперь берешь вот тут. Да. Тебе звонят. Подожду. Теперь смотри. Да. Поставь на паузу. И теперь видишь, вот здесь вот такие вот прожилки. Ага. Видно тебе вот прожилки? Вижу. Можно еще, а ну, Софи, возьми. Да. Смотри, можно вот так по прожилочкам. Ты можешь, ну, если не попадешь, ничего страшного. Вот эту шкурочку так чуть-чуть поддень. Вот так ты поддел, да? А потом вставляют сюда нож, вот сюда, в серединку. Аккуратно только. И вот так, понял? Угу. И ты его рассоединяешь. И теперь его будет легко чистить. Вот так зернышки берешь. Подожди. А где твоя? Баночка, давай. Угу. Да. Ленький, я на тапочки себе купила. Тебе понравились? Так они распушились, такие чудные. Они до того теплые. Сразу почистила дедушке 2 граната. Я говорю, давайте я почищу, вот ты потом не этот. Он говорит, да, я не смогу. Что такое? И он будет есть. Что там, чай? Поедим, а чай сделать, да? Да. Чай с молочком? Вкусный чаек. Пришла домой, девочки. Ну, колготки вообще. Ой, супер колготки. Супер колготочки. Отличные. Чудесные. Причудесные. Я уже дома. Были в АТБ. Купила вот такие вот сумишперти. Все забываю купить. Сегодня не забыла. Ну, пришла домой и вспомнила, что мне надо было купить сахар. На улице льет дождь. Время 8 вечера. Мне сейчас придется снова идти на улицу. Я уже переоделась. Но мы когда были в магазине, думаю, ну, я не буду тащить сахар сдалека. Думаю, куплю возле себя. Забежала в Галю Балованную, купила блинчиков там с мясом. А за сахар я не вспомнила. Банка, знаете, очень большая. Они... Вот в прошлый раз я такую видела в АТБ. А это же я перед этим купила в Сенсее. Ну, такая вот, великоватая. Когда меньше, удобнее. Ну, ладно. О, как раз... 3 пачки. Мне кажется, я 4-я влезла. А то я тогда одну взяла, а ну там на дне. Но знаете, что я вам скажу? Крупновато крутит. Мне не очень нравится. Вот перец так крупно. Сбегала. Сбегала. Дождик идет. Капает сыро. Все. Даже не переодеваюсь. Думаю, так накину сейчас тут рядышком. Уже темно. Так, девочки, хотела, зрительница одна писала, просила еще раз показать мои фавориты. Девочки, у меня много фаворитов. Я не знаю, что вам именно предложить. Ну, вот я вам показываю, чем я пользуюсь. Вот этот вот советую вам.
набор. Возьмите вот такой набор. Хороший меди пил. Золотая серия. Вот оно. Красавчик. Чтобы кожа блестела. Вот такой, ну, любой витамин С утром пользуйтесь. После тонера наносите, и кожа ваша будет сиять. Это не жирный блеск, как некоторые говорят, жирная кожа. Нет, она не жирная, она просто вот так сияет, светится, девочки. Крем под глазки. И этой же серии, это для, кто, девочки, в возрасте уже, попробуйте черный набор такой, очень тоже хороший. Был у меня. Но у меня в основном, девчонки, все, ну, большинство я беру, конечно, для пигментации. От пигментации. О, не для, а от. Вот. Вот этот хороший. Сейчас пробую его. Ну, пользуюсь. Это у меня вечерний уход. Вот это у меня на вечер. Вот этот крем. Вот. Хороший. Вот так вам видно было. Вот, нравится мне. Вот это с ретинолом. Очень нравилась серия. Мне тут сыворотки осталась, капелюшка. Два раза заказывала. Тонер, сыворотку и крем. Очень хороший. Если утром надо хорошо выглядеть, вот это вечерний уход, и утром вы красавица. Вот это тоже серия хорошая. Этот такой, ну, не знаю, мне все тут нравится. Вот тучами. Это я всем этим пользуюсь. Ну, чередую, в общем. Девчатки. Подбирайте под свой тип кожи. Для чего вам надо? Мне есть серия, например, там убирает угри, ну, прыщики разные. У меня этого нету. Я этим не страдаю. Я на другое там. Ну, вот мне надо пигментация, увлажнение, немножечко морщинки, чтобы новые не появлялись. Ну, как бы так. Вот. Вот этот, если пигментация, девочки. Вот это вот я. И вот у меня новенькая еще. Еще я не начинала. Вот. Тоже хорошие. В общем, все хорошее. Это у меня гидрофильное масло, только оно твердое. Видите, тут витаминки. Твердое. Сейчас. Вот так оно выглядит. Оно плотненькое. Берете себе там маленькую капелюшечку и на лицо. Это вечерний уход обязательно. Вечером. Девочки, утром гидрофильным маслом не надо лицо умывать. Просто умываете пенкой и все. Это Мэри Ми, да? Вот это хорошая Сум-37. У меня тоже умывалка такая. Нажимаете отсюда. Жидкость такая. Ну, появляется. И умываете пеночкой. В общем, такое. Все, показала. Для тех, кто просил. А еще у меня осталась баночка пустая. Вот этот крем очень тоже хороший. Volume Tox. Я же уже все много повыбрасывала. Вот это тоже хорошая серия. Можете попробовать. Будете пользоваться всем регулярно, утром, вечером, и кожа у вас будет сиять и блестеть. Все. Всем спокойной ночи. Люблю, целую, обнимаю. Хороших снов!